16 сентября в городе Сочи в армяно-населенном поселке Нор-Луй состоялось литературное собрание по созданию литературного объединения армяно-амшинских поэтов-писателей с привлечением СМИ. Инициаторами проведения мероприятия были сами писатели и поэты-амшинцы, живущие на Черноморском побережье от Сухума до Анапы. Обширная повестка дня включала 16 пунктов. В работе учредительного собрания принял участие приглашенный руководитель Союза армян Сочи Валерий Тарасян, который выступил с приветственным словом. Позвольте мне, как представителю телеканала ТВ «Армру» на юге России, вас приветствовать, а также от имени новой общественной организации Союза армян Сочи поприветствовать вас. Сегодняшнее мероприятие, которое вы наметили, оно имеет очень глубокие и знаковые для нас и значения, и корни. Еще раз хочу сказать слова благодарности тем, кто сегодня нашел время, возможность организовать вот эту структуру. Сегодня действительно у нас на всем побережье, от Сухуми и до Геленджика, Анапы, достаточно много интересных, талантливых людей, которые пишут стихи, поэмы, книги, то есть, одним словом, наши писатели. Поэтому и от имени телевидения, и от общественной организации я вас смею заверить, что мы всегда будем желанными гостями вашими, будем освещать всю вашу работу. Он заверил собравшихся, что творческим людям будет оказана помощь в проведении литературных вечеров, освещение работы и мероприятий на телеканале ТВ «Арм.ру». Помощь в издании брошюр, книг. Адресовал приглашение печататься в газете «Еркамаз». От имени САС Валерий Тарасян передал в уставной фонд 10 тысяч рублей. На собрании был избран председатель правления литературного объединения. Им стал Оганян Айказ Григорьевич. Председателем ревизионно-финансовой комиссии единогласно избран Ардавас Авджан. Председателем редколлегии избран Андрей Кигиян. Членом редколлегии по русскоязычному направлению избрана Марина Сурминелян. Членом редколлегии по армянскому направлению единогласно избрали хорошо известного поэта-писателя, печатающегося в США, России, Вартанян Владимир Андроникович. Собрание завершилось небольшим концертом, участие в котором приняли юные кеменчисты. Самолет Феррагу, вот и не с дорогу. Самолет Феррагу, вот и не с дорогу. Я сахчик мсирети, энгис ферес гарагу. Энгис ферес гарагу. Я сахчик мсирети, энгис ферес гарагу. Энгис ферес гарагу. Тарасян, Карина Исраилян, телекомпания ТВ-3В.